Первые в мире испытания вакцины против рака легких начались в 7 странах: Великобритании, США, Германии, Венгрии, Польши, Испании и Турции. Прививку получат около 130 пациентов, которые находятся на ранней стадии заболевания и проходят этап лучевой терапии. Сообщается, что вакцина способна не просто уничтожать раковые клетки, но и предотвращать рецидивы. Препарат предназначен для лечения рака легких. Это самая распространенная форма онкологии. Ежегодно из-за него в мире умирают около 1 миллиона 800 тысяч человек.